Всем привет, ребят! Сегодня у нас три посылочки с сайта AliExpress. Ну и давайте же смотреть и открывать, что же мне тут пришло. Здесь мы видим, как по маркировке Ugreen Group. Тут уже понятно, что у нас пришел мой USB кабель. Кабель я заказывал достаточно длинный для USB модема. Так. Что у нас тут? В пакете больше ничего. Выкидываем. Тут у нас... Оу, это что? Тут у нас какая-то рекламочка. Спасибо тебе. И так далее. Здесь продавец рекламирует свой товар. Здесь подарочек у нас... Это крепление проводов, такая липучка идет. Тоже надпись Ugreen. Фирменная финтиклюшка. Ну, продавцу за подарок спасибо. Сам у нас кабель такой вот модной упаковки. Тут у нас опять спасибо тебе. Давайте откроем, посмотрим. Стоимость, кстати, картиночку сейчас вы видите на экране. Это вытряхнем. Здесь у нас USB 2 Extreme 3 метра черный. Made in China. Ага. Здесь такой же рекламный букетик. Выкидываем. И вот сам наш кабель. Как видим, присутствует фильтр от помех. Ну и сам кабель. Достаточно, ребят, классно сделан. Тоже у нас все промаркировано ихней фирмой. Здесь у нас все крепко. Здесь также у нас все отлично. Заказывал я для USB модема, так как у меня USB модем висит на окне. У меня провод от маршрутизатора идет с двух сцепленный и на окно выведен. Заказал такой вот трехметровый, чтобы, так сказать, сразу от маршрутизатора и до окна вывести этот USB модем. Ссылку найдете на товар в описании. Ну и давайте смотреть дальше, что же нам еще пришло. Эту посылочку я уже открывал. Было интересно, что тут. Добралась она до меня за 15 дней. Ничего здесь заклеено не было. Просто та упаковка, вот эта вот коробочка. Внутри у нас оказался гидрогелевая пленка для телефона Honor 10 White. Ну, в магазине там множество этих на выбор гидрогелевых пленок и на Huawei P-Smart, и на Honor. Ссылку найдете в описании. Полностью все у нас идет в комплекте. Здесь у нас две салфеточки идут, то есть одна влажная, другая протирочная. Потом наклейки эти, стикеры, пыль собирать. Ну и вроде в этом пакетике больше ничего нету. Но открывать я не буду, не вижу смысла, так как у нас все герметично запаковано. Также идет такой вот скребок, то есть гидрогелевую пленку клеить на экран. Также у нас идет такая вот, как сказать вам, заглушка. Или не заглушка, блин, не знаю, как объяснить. Тут у нас такая вот реклама нарисована, как клеить. Ну, на YouTube много видео, как клеить гидрогелевые пленки. И вот здесь у нас сама наша гидрогелевая пленка. Приходит в таком вот, как телефону упаковывают пакетики. И вот она, наша пленочка. То есть, суть вот этой вот фигнюшки заключается, чтобы ровно наклеить нашу гидрогелевую пленку. Здесь у нас, как видим, такие вот как адаптеры идут, то есть где-то под micro USB, а это под USB Type-C. То есть выбираем, какой у вас там, вставляем нашу пленочку, даже не так, вот так, наверное, в эти вот отверстия. Блин, так. Потом защелкиваем. Все, защелкнули. Прикладываем к телефону. Вставляем в гнездо для зарядки, и все. Пленочка у нас ровно лежит на телефоне. Потом отклеиваем верхнюю часть, приклеиваем к телефону.
И потом уже вот это вот все остальное. Ну, достаточно удобно у нас все идет в комплекте. То есть с наклейкой проблем не будет. Блин. Так вот. Вытащим, ну, все скидаем, потом все сложу. Сейчас будем открывать нашу следующую посылочку. Кстати, стекло обошлось мне. Ой, стекло, гидрогелевая пленка. Картинку выведу на экран. Что-то около 150 рублей. Там можно как заказать один комплект, так и два комплекта. Я заказывал один комплект. Ну и вот, давайте открывать следующую нашу посылочку. Данная посылка стоит у нас... Точно не помню, картинку выведу на экран. Здесь у нас... инфракрасный термометр. Или как его еще назвать, даже не знаю. То есть сейчас распечатаю, все покажу. Здесь у нас такая вот защита. Километр целый. И внутри у нас такой вот девайс. С помощью этого девайса можно мерить температуру на предметах. То есть, если где-нибудь на компьютере проверить зону ВРМ или южный мост, греется или не греется. Ну, или что-нибудь дома, проводку, например, или еще что-нибудь. Так. Пакетик в сторонку. Здесь у нас идет, я так понимаю, инструкция. Все у нас на английском языке. Так, что у нас тут? Тут у нас показывают, на каком расстоянии можно держать и какие погрешности у данного девайса. Так, открывается он у нас здесь вот такие вот выемки под пальцы. Ну, пластик достаточно качественный, ребят. Экран у нас, кнопочки три. И здесь, я так понимаю, лазерный луч. И тут у нас само, что меряет температуру. Кнопка у нас, курок. Открывается таким вот образом. Здесь у нас две батарейки формата 3А. Ну и где-то у меня были тут поблизости аккумуляторы, также заказанные с сайта AliExpress. Кому будет интересно, пишите в комментариях. Или даже где-то видео на канале есть, как я распаковывал давно уже. То есть заказал такие вот аккумуляторы и сейчас не парюсь, не покупаю батарейки. Вставил, зарядил. Можно в пульт или еще куда-нибудь. То есть пашут отлично. Закрываем. Ну и запускается у нас, наверное, курком. Да? Как видим, температура у меня 21,8 градусов. То есть экран сам у нас выключается. Ага, луч видите? 22 градуса. Ну-ка, руку попробовать. Погрешности, говорит, будут, но насколько, неизвестно. Температура тела у нас 31 градус показывает. Также, что у нас еще здесь есть за кнопочки? Ага, экран у нас, дорогие друзья, с подсветочкой. На камеру плохо видно будет, но экран у нас подсвечивается. Кнопочки у нас идут. Так. Здесь у нас 0, 33 и 92. Ага, это у нас, как сказать, наши показания и показания по Фаренгейту получаются. Так, у нас 32. Луча не видать практически. Ага. По ходу дела сел у нас аккумуляторы мои. Ну, сейчас ставлю батареечки. Те я, по-моему, тоже не заряжал. Сейчас, минуточку, ребят, вернемся. Поменял я, дорогие друзья, батареечки. Вот так даже видать подсветку. Лучик у нас видно, куда направляем. И где лучик у нас меряет температуру, получается. Ну, даже не знаю, что нам смерить. Давайте поблизости зажигалка. Думаю, поджечь, нагреть ее. И посмотреть. Так. Ну давайте так, чуть-чуть погорело, думаю. Немножко нагрелось. Наводим луч. Мало держал. 25 у нас показывает. Давайте подольше подержим. Так вот.
Давайте сейчас посмотрим. 27, 28. Но она, ребят, не горячая. Огонь, интересно, можно померить? Ну или как-то на саму зажигалку попробовать. Так вот у нас 30-тик. Ну, думаю, попробовать набрать кипятка и попробовать кипяток, воду измерить. 32. Так, кнопочки вам не объяснил, что да как. Это у нас меняет показания температур. Также у нас есть отключение лазера. Тут у нас на экране сразу пропадает лазер. И вот нажимаем, он у нас сразу меряет температуру. То есть без лазера. Включаем, нажимаем, лучик у нас появился. Также следующая кнопочка, это у нас подсветочка. Нажимаем. Все, подсветка у нас пропала. Ну, думаю, подсветкой пользоваться где-нибудь в темноте тоже удобно. Ну, сейчас наберу горячей воды и попробуем смерить стакан. Сейчас вернемся. Ребят, набрал воды. Здесь у нас пустая кружка, здесь у нас кружка с кипятком. Ну, как не кипяток, но, думаю, градусов 70-75 будет. Давайте мерить. Сначала пустую кружку. Так, подсветочка у нас выключена. Включим. Мерим нашу кружку. 23,3. Давайте теперь кружку с горячей водой. Да, ребят, я был прав. 72 градуса, 72,3. Ну и думаю, можно саму водичку померить. Что у нас там? 71,8. То есть все у нас мерит, все у нас отлично. На этом все, ребят. Ссылки на все товары найдете в описании. Ставьте лайки, если понравилось видео. Не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего настроения, всем пока!